обеспечить возможность способных поддержать развитие детского парусного спорта. Сама программа фестиваля для того, чтобы более конкретно, более предметно. Охране акватории по... Но и в это же время будет проводиться шоу и порадовать севастопольцев этим миром. Ну, вы получили разрешение просто им пользоваться. Фестиваль «Парусная неделя Севастополя». Проводится он в нашем городе только с прошлого года, но уже был заявлен как ежегодный и международный. В прошлом году это так и было, и в этом году мы надеемся, что тот подогрев интереса к Севастополю туристическому, обеспечат и такие мероприятия, как «Парусная неделя». В сокращенном, правда, варианте не неделя, а 3 дня будет фестиваль. Проходит он под все-таки при участии и поддержке правительства Севастополя и Черноморского флота Российской Федерации с участием Федерации парусного спорта Севастополя.